Привет, друзья! У нас сегодня опять хорошая погода. Сегодня на календарике уже 19 октября. Многие считают, что шашлычный сезон, он преимущественно весенний-летний, но только не в Анапе. В Анапе даже в октябре, даже в конце октября можно запросто поехать на шашлыки куда-нибудь на природу. Но не всегда, чтобы отведать вкусных шашлыков, особенно если пожаренных с душой и самостоятельно, ради этого не всегда обязательно выезжать куда-то на природу. Как, спросите вы? Я вам отвечу, все очень просто. Если у вас есть собственный частный дом. Но сегодня я еду как раз-таки за город. Эта игра слов на самом деле обозначает не что иное, как я еду вам показать коттеджный поселок, который находится в хуторе Красном за городом Анапы. Название его точно такое же – «Загород». За 5,5 миллионов можно купить дом мечты всего в 4 километрах от моря. Кто говорят, что можно купить Витязева домик, тоже правы, или, например, в Субсехе, но так, чтобы прямо у вас напрямую была дорога к морю, наверное, только этот загородный поселок. Потому что даже с глубины поселка Витязева, даже эти 4 километра будут гораздо длиннее по времени, потому что весь поселок стоит летом в пробках. А хутор Красный находится в непосредственной близости от кольца, которое распределяет поток на Новороссийск, на Гастагаевскую и на Анапу. Поэтому, проезжая это кольцо, вы попадаете на второе кольцо, которое уже регулирует движение на Витязева, на Анапу и на Пионерский проспект. Ошибочно многие полагают, что там находится мусорка. Ну, во-первых, мусорка располагалась за хутором Красным, это раз. А во-вторых, ее уже закрыли. Причем закрыли как 2 года назад, поэтому больше свалки там нет. Поэтому проблем с именно свалкой у вас не будет. Это развивающийся поселок. Он находится в непосредственной близости с городом Анапы. Всего 4 километра до моря и 8 километров до самого города. Так, первый дом. Самая минимальная здесь квадратура будет 79 квадратных метров. Он сейчас сзади меня, он одноэтажный. И у нас есть идеальная возможность посмотреть, во-первых, как выгнана коробка. Здесь уже панорамное остекление, то есть дом практически готов. Там даже уже разводка труб, электрика выведена. Здесь у нас, смотрите, какая дворовая территория большая. От застройщика здесь также будет установлен забор. Все входит в стоимость. Сотки здесь 4 сотки. Это дом построен на 4 сотках. Панорамное остекление. Сейчас подходим к террасе. Терраса у нас 4,85, практически 5 квадратных метров. Будет выход из гостиной. Здесь у нас вход в дом. Холодная прихожая. И заходим внутрь. Итак, что мы видим? Первое, это у нас, конечно же, гостиная. Гостиная у нас, естественно, будет большая. Это у нас еще и кухня-столовая здесь. 22,5 квадратных метра. Видите, здесь уже разводка труб. Даже намечены места, где будут располагаться розетки. Здесь дом сдается в предчистовой отделке. Каждый дом в предчистовой отделке. То есть вам нужно будет только сделать чистовую отделку и заезжать и жить. Здесь пока не обращайте внимания, повсюду строительные материалы, но потому что дом еще, как говорится, строится, и в скором времени, я думаю, все здесь построят. Здесь у нас слева, справа, когда мы зашли, открывается санузел. Санузел у нас 4,9 квадратных метра. Многие спрашивали, почему такие крошечные санузлы. 5 квадратных метров, я считаю, более чем достаточно, потому что чем больше будет квадратура, тем больше надо ремонта делать и, соответственно, думать, чем ее заполнить. И с этой стороны у нас открывается кабинет. Кабинет у нас 9 квадратных метров, то есть здесь также может располагаться диванчик или какая-то зона отдыха. Это одна из комнат. Направо, если пойдем, то мы увидим уже жилую комнату 12,7 квадратных метров. Естественно, тоже уже остеклена, вот везде проводка, видите, идет труб. И третья комната, жилая комната, естественно, 12,5 квадратов. То есть по факту здесь 4 жилые комнаты. Кто бы что ни говорил, но в кухне-гостиной, я думаю, будет располагаться зона отдыха в том числе. Но если не будет, то полноценные 3 комнаты здесь имеются. Это кабинет и 2 такие комнаты жилые. И давайте я вам покажу еще раз, где у нас что находится. Из блока, минеральная вата и кирпич.
толщина стен 37 сантиметров. Сразу о стоимости этого домика. Это самая минимальная квадратура, соответственно, самая минимальная цена на коттеджи в коттеджном поселке загородный. И стоимость этого дома 5 миллионов 120 тысяч. Дом, озеленение территории, забор, предчистовая отделка. Ну и, конечно же, ваши мечты жить у моря. До моря, напомню, отсюда 4 километра, то есть мы находимся практически совсем-совсем рядом с ним. У вас будет еще и вид на Анапу открываться. Самый-самый дорогой дом здесь будет стоить 9,5 миллионов. Но почему он самый дорогой? Потому что здесь будет два участка. Если здесь один участок 4 сотки, то там будет дом на 8 сотках, потому что там достаточно большой грандиозный проект, поэтому он будет стоить весь вам полностью с двумя участками 9,5 миллионов. Что, согласитесь, хоть и немало, но с другой стороны 8 соток. Это у нас соседний дом. Похож. Это дом 133 квадратных метра. Как раз таки с этой стороны можно на него посмотреть. Здесь по плану два этажа идет. На первом этаже расположена кухня, столовая, прихожая, санузел и кабинет. А на втором этаже этого дома расположена жилая комната, холл, санузел и две спальни. То есть очень большой просторный домик. Смотрите, здесь идет активно строительство. И совсем-совсем недавно здесь еще казалось совсем мало домиков. Сейчас же я вижу то, что активно застраиваются. И что самое интересное, то есть уже на первую очередь закрыты продажи, то есть только один остался свободный земельный участок, 4 сотки, и то есть остальные все раскуплены. Во второй очереди, вот открылся только недавно старт продаж второй очереди, там будут дома с 45-го дома по 75-й. Кстати, в первой очереди 44 домика, и представляете, только один остался свободный, то есть 43 счастливых обладателя коттеджей появились в этом коттеджном поселке Загородный. А еще сколько здесь будет жителей? Всего по плану 150 домиков. Я думаю, это будет очень комфортный коттеджный поселок. Здесь появятся магазины. Все сугубо индивидуально, на самом деле, потому что не каждый проект именно по домам, а их сейчас насчитывается 12 проектов, не каждый проект станет на ту или иную квадратуру по земельному участку. Здесь участки от 4 до 5 соток, и надо подбирать индивидуально ваш участок под ваш проект. Например, вот большущий, самый большой дом, 160 квадратных метров, он сядет только на 8 сотках, то есть это на двух участках. Цена, соответственно, будет варьироваться именно от этого. Если участок небольшой и домик по проекту тоже хорошо на него садится, по фасаду, по всем сторонам, то, соответственно, будет немножко дешевле. Но если дом большой, а это, как правило, для большой счастливой семьи, то надо будет понимать, что одного участка может не хватить. Какие преимущества этого поселка? Ну, во-первых, расположение к городу. До города всего 8 километров, а до моря и того меньше, всего 4 километра, и вы оказываетесь на песчаных пляжах Пионерского проспекта. Да-да, это реально. Все спрашивают, где можно купить дом у моря. Да вот хотя бы здесь. Это реальное расстояние, которое можно осилить на машине спокойно. Та же самая Гастагаевская и Натухаевская, это, конечно же, порядком далековато от моря. А здесь, получается, коттеджный поселок прямо в 4 километрах от моря. Ну, а второй плюс, это тоже очень глобальный плюс. Здесь индивидуальное газовое отопление. И газовый котел уже входит в стоимость вашего дома. Теперь давайте по коммуникациям. Ну, во-первых, индивидуальное газовое отопление. Сразу хочу сказать, что после того, как вы получите ключи, вам надо будет ждать где-то полгода подключения газа. Врезка газа происходит где-то за полгода. В зависимости от того, по какой очередности вам будут подключать. Если вы будете ближе к очереди, то вам подключат быстрее. Если чуть подальше, то чуть подальше, будет подольше. Вода здесь от города, это городская коммуникация. Коммуникации здесь центральные. Только что отопление у вас индивидуальное газовое по счетчику. Когда захотел, включил, да, отопил дом, когда захотел, выключил. Дома здесь хорошо держат тепло за счет особенности толщины стен 37
сантиметров – это очень хорошая толщина, поэтому дом будет хорошо держать тепло. Еще один бонус, который вы получаете, если строите здесь коттедж своей мечты, у вас будут окна с серебряным напылением. Это позволит не нагревать помещение в летние жаркие месяцы, но при этом не выпускать тепло в зимние месяцы. Поэтому очень-очень интересная технология, которая не везде используется, но она очень полезная и очень энергоемкая. Какая здесь красота открывается, вы только посмотрите. Анапские плавни. Кто-нибудь думал о том, что он может жить в коттеджном поселке с видом на Анапские плавни? Да и Анапа здесь как на ладони. Посмотрите, как все кажется рядышком и близко. То есть вы живете реально в пригороде Анапы, ездите до моря. В ясную погоду здесь даже видно море. Представляете? Это же просто красота. По поводу застройщика. Строит коттеджный поселок за город строительная компания «Гамма». У него нет проблем с подключениями коммуникаций. По поводу оплаты. Дом можно купить в рассрочку, например, 50% вы сразу вносите и через 6 месяцев вторую часть 50%. Ипотека возможна здесь только, когда дом готов. Есть еще такой вариант, то есть вы платите 50% сразу и вам за эти полгода строят дом, то есть уже дом можно будет под ипотеку, он попадает, так как он готовый. И, соответственно, дальше оформляйте ипотеку. Но при этом специалисты будут делать запрос сначала в первый раз, когда вы придете только в компанию, они просчитают, дадут ли вам, одобрят ли вам ипотеку. А второй уже момент, то есть через полгода вы уже второй делаете запрос уже по факту. Какие условия есть для ипотеки? То есть за то время, пока вам строят дом, вы не берете кредиты и не обременяете себя платежами, потому что ипотека высчитывается первый раз, и потом второй раз уже тоже надо, чтобы ее одобрили. Вот и, собственно, интересный загородный проект. Многие интересуются у нас домами. Вот такой вариант альтернативы у вас есть. И, кстати, по поводу стоимости. Я специально перед тем, как сюда приехать, посмотрела рынок вторичного жилья в Анапе. Ввела, соответственно, диапазон за 5 миллионов 150 тысяч и искала, получается, вторичку. И вы знаете, я нашла всего 9 предложений, но они все двухкомнатные. Вы понимаете, что вы за 5-100 в городе покупаете двухкомнатную квартиру, пусть даже с мебелью, но вы можете за эту же стоимость купить 3-4-комнатный дом, 79 квадратных метров в 4 километрах от моря. И вы будете жить в спокойной среде. Хутор Красный – это спокойный микрорайон, спокойный поселок, где вы будете вдали от шума просто от этого городского и будете реально наслаждаться своей жизнью. При этом у вас будет морской климат, так как море всего в 4 километрах. Вы можете спокойно даже пожарить шашлычки рядом со своим домом на своей территории. Вы можете пить по утрам чай на своей террасе, вечером смотреть красивые закаты. Ну, даже рассветы можете здесь встречать. То есть куча плюсов. Все-таки в новостройках, в квартирах, в высотках вы такой красоты не увидите. Но это альтернатива именно для тех людей, которые хотели бы жить в своем доме. Потому что как есть люди, которые не желают жить в домах, потому что считают, что за домом надо следить и стараются жить в квартире с коммуникациями, так и есть те, кто привык всегда жить в домах. И переезжая сюда к нам на юг, тоже хотели бы иметь свой дом. Так вот, за 5 миллионов 120 тысяч можете купить готовый дом с предчистовой отделкой, со своей территорией, с забором и иметь там 4 комнаты. Ну разве не классно? Я считаю, что очень хороший вариант. Плюс индивидуальное газовое отопление. Мы были в коттеджном поселке Утриж, парк Утриж. Там, к сожалению, нету газового отопления индивидуального. А здесь есть. Поэтому плюсы очевидны. Хоть и расстояние до моря 4 километра, а там 2, но здесь индивидуальное газовое отопление. Плюс здесь 150 коттеджей будет. Соответственно, у вас будут соседи, которые так же, как и вы, приобрели мечту жить на море. И я думаю, может быть, это послужит началом хорошей такой соседской дружбы. Если понравились какие-то домики, да, вот заинтересовались проектами, обращайтесь, звоните, все расскажем, все покажем. Минимальная цена 5 миллионов 120 тысяч, максимальная цена 9,5 миллионов. На любой вкус, цвет и кошелек, как говорится. Ну, а с вами была Светлана. Всем пока-пока, до новых встреч. Буду рада обратной связи.